Отже, радий представити гостя нашої студії, координатора проєкту «Кінобус 2017» Євген Цимбалюк на сьогодні гостях. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Отже, що це за проєкт «Кінобус 2017»? З афіші то зрозуміло, що то якийсь кінобус, але що це за проєкт? І мандрує він, як я розумію, багатьма містами: Кривий Ріг, Запоріжжя, Херсон та Миколаїв. Ми останні. Совершенно верно, да, я думаю, что в этом смысле нам повезло. Дело в том, что Кинобус – это проект, который происходит в связи с 25-летием дипломатических отношений Украины и США. И происходит он, собственно, по заказу посольства США в Украине. Это такая программа культурного обмена, культурной политики. Да? Благодаря этой программе мы можем посмотреть фильмы фестиваля американского кино «Независимость». Это во второй день фестиваля, забегая вперед, скажу, да. А в первый день, то есть мы сможем, точнее, мы как николаевцы, горожане, да, желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по съемке одноминутного документального фильма. А если подробнее, то нас ожидает два дня, это 12 июля и 13 июля. 12 июля мы работаем на локации библиотеки Кропивницкого, она является партнером фестиваля в Николаеве. То есть 12 числа мы там встретимся с интересным спикером Дмитрием Тяжеловым. Он преподает операторское искусство в университете Карпенко-Карво. То есть зарегистрировавшиеся или кто то не есть, успел зарегистрироваться, да, желающие, да, кто может прийти, все равно пусть приходит, приходите. То есть будет небольшой мастер-класс о том, как в принципе выстроить одноминутную историю. А дальше, используя любые доступные вам средства, будь то телефон, DSLR-камера, фотоаппарат, да? Дрон, или там, не знаю, может быть, какая-то профессиональная кинотехника, все что угодно, да. И мы постараемся снять одну минуту, ну, каждая из команд. Каждая из команд, да. Совершенно вот я верно. Почему. То есть каждый, по сути, для себя создаст какую-то историю. Предварительная какая-то подготовка нужна, может, историю какую-то нужно написать, или это все будет в экспромте? Я думаю, что в данном случае подготовка скорее может сбить с толку, потому что всегда, когда ты слушаешь интересного спикера, твоя идея, она видоизменяется каким-то образом, или наоборот, взамен прежней приходит новое. Поэтому очень важно в первую очередь прийти, да, услышаться, как говорится, да, а потом уже принять решение, что ты делаешь. И, в принципе, для одной минуты времени будет достаточно. Более того, нет каких-то строгих ограничений. Ну, вот тебе нужно там пойти, например, успеть туда, туда, туда. Все зависит от твоей идеи. Это может быть один план статичный какой-то, но отражающий смысл, суть города. Да, и этим интересно. То есть потом на выходе к вечеру, а время там проведения этого мастер-класса с 12 дня до 9 вечера. Редко, когда библиотека так поздно работает, тоже какой-то уникальный такой момент. И в конце, я думаю, что мы посмотрим эту подборку работ и составим какое-то новое впечатление о городе. Вот этим и интересен вот подобный вот первый шоу, день. Первый Если день. Говорим вот о втором дне, что там будет интересного и что организаторы преподнесут? Второй день – концерт-холл «Юность». С 12 до 9 вечера кинопоказы. Хочу обратить внимание, что и воркшоп 12 числа, и кинопоказы 13-го – это абсолютно бесплатные мероприятия, вход свободный, лишь бы было время, ну, желание и интерес. Я предлагаю еще по фильмам более детально пройтись, но после небольшого сюжета расскажем о том, как «Кинобус» проходил в прошлом году, что же было, какие города, ну и, соответственно, впечатления участников этого проекта, возможно, кого-то вдохновит на то, чтобы прийти и посмотреть. Кінобус. Ми привезли найкращі фільми нашого фестивалю. Перше – це фільм-комедія, документальна комедія «Знайомство з сімейством Паттель». Інший фільм – це «Живі всередині». Це дуже цікаве дослідження взагалі ролі музики в житті людини. Третій документальний фільм – це називається «Вулиця для всіх». Я б сказав, що це така музична історія Нью-Йорку, розказана вуличними фотографами. І наостанок буде лекція про Хічкока з показом класичного фільму «Хічкока Психо». Буде її проводити кінокритикиня Надія Зава.
мне, конечно же, больше всего понравился фильм про музыку. Он такой вообще очень трогательный. Моя подружка расплакалась. Это было, ну, вообще. Я даже думала о том, что у меня есть свекр, он очень-очень уже пожилой, больной. Я даже думала принести плеер, наушники и давать ему слушать музыку. Мне очень понравился фильм о ферме в пикапе. Это было что-то баснословно феерично просто. Я прям хочу выучить эту песенку, я найду ее сегодня обязательно и начну ее учить. Вдохновляющие такие ощущения, как люди, они реализуют свои идеи, как они мечтатели, как они не просто жалуются на проблемы, а решают что-то менять. It's the last day of our three-day all-Ukraine tour of the Kino Blues. So it's been a wonderful experiment trying to expand the reach of our documentary film series, and we really look forward to doing more like this in the future. Hopefully we'll be coming to a town near you. Super, super, super. We love dogs. Отже, друзі, продовжуємо нашу розмову з Янком Гостем. Як бачимо, реально позитивний проект, де від нього кайфують усі і учасники, і організатори. І якщо говоримо про фільми, а за яким принципом вони відбиралися і що це все-таки за фільм? Буквально декілька слів. Да, фільми не случайні. Ми маємо діло з відкриваючим фільмом. Це художественний фільм, це комедія 92-го року, їх лична ліга, це фільм з Томом Хенксом і Мадонною. Ну, я думаю, що можна посміятися, отримати удовольствие, а далі ми дивимося документальний кино. Все фильмы представлены в этом смотре лауреаты, призеры международных кинофестивалей. Что интересно, что с документальным кино в принципе сложная история, потому что широкого проката как такового они не получают эти фильмы и путешествуют именно вот с фестиваля на фестиваль, получая вот аудиторию зрителей. И те фильмы, вот, которые будут, да, в принципе в открытом доступе, их найти, ну, невозможно, я думаю. Да? Если мы говорим... И в этом уникальность, да, вот этого смотра. Если мы говорим о самих фильмах, то первый фильм на языке оригинала, то есть будет на английском, а вторые фильмы уже дубляж, да, правильно? Субтитры, да, то есть везде язык оригинала. Так что берите, да, с собой словарь, если что. Да, но это неплохая возможность прокачать английский в необычной атмосфере, будем говорить. Плюс нужно заметить, что 13 числа в концерт-холле в 17:30 будет лекция кинокритика Надежды Заваровой. Человек интересный, сотрудничает с такими, ну, достаточно авторитетными изданиями, Культпростер, Кинокадр. Она поговорит со зрителями о золотом веке Голливуда. Собственно, о том, что бесконечно дальше цитируют и воспроизводят многие современные режиссеры. То есть откуда вот корни, истоки, да? Я думаю, будет интересно послушать. Узнать, откуда же компилируют сейчас, с каких фильмов, ту или иную сюжетную линию. И если говорим о мастер-классе, еще что-то, да, у нас какой-то еще там сюрприз есть? Дело даже не в сюрпризе. Тут очень важно, почему я считаю, в принципе, что это, ну, важное событие для города. А город очень мало описан визуально. У нас есть классная школа изобразительных искусств, ну, художники, да, мы все знаем, да, одна из самых сильных школ. У нас есть классные поэты, да, и они организовываются. Но что касается визуальных форм, вот видео, да, город мало описан. Если мы посмотрим, например, на фотографии Николаевой и нанесем их на воображаемую карту города, то мы увидим, что это очень незначительные островки города, да, центр, набережная, там, то есть то, что всегда популярность. Совершенно верно. И вот такого рода мастер-классы позволяют взглянуть на город и описать его с тех сторон, с которых до сих пор никто почему-то не видел его и не слышал.
Вот, я думаю, что мы получим очень интересный результат. То есть, по сути, тема уже обозначена, да, это город? Ну, «Хвилина міста», да, mm-hmm. она предполагает, что мы говорим о городе. Но единственное, что спикер, надо понимать, что он сориентирует, возможно, каким-то образом подстегнет вас увидеть какие-то еще более глубокие смыслы в этом. Так что, друзья, те, кто хотели снять свой фильм, пускай маленький, но все-таки свой, приходите, у вас есть такая уникальная возможность. Напоминаем еще раз, что две локации. Первая, где будет проходить этот мастер-класс, и у вас будет возможность снять фильм, это библиотека Кропивницкого. С 12 по 13 число будет проходить этот фестиваль в Николаеве, Кинобус 2017. В Фейсбуке, если вы есть зарегистрированы, можете найти всю детальную информацию. Спасибо большое за визит сегодня к нам в студию.